Ixus — это классическая серия камер, которые отличаются тем, что имеют ультракомпактные размеры и классически делаются из металла, то есть это алюминиевый корпус, который позволяет сделать камеру стильной, имиджевой. Такую камеру всегда эффектно можно достать из сумочки, предположим, женской, или просто из мужского пиджака, и удивить всех прохожих вот таким вот стильным устройством. Сегодня вот здесь, в рамках фотоярмарки в городе Санкт-Петербург, мы демонстрируем две новые модели. Первая модель серии Ixus от компании Canon – это Ixus 230 HS. Вторая модель – это Ixus 1100 HS. Это две новые модели, которые характеризуют тем, что впервые компания Canon реализовала такие мощные объективы с мощным увеличением. Итак, если говорить про объективы, камера Ixus 230 HS оснащена 8-кратным оптическим увеличением с помощью нового объектива, разработанного компанией Canon. К модели Ixus 230 HS, в принципе, да, всегда пристальные взгляды не только людей, которые любят фотографировать или начинают фотографировать. В основном камеры Ixus 230 HS рассчитаны на молодежь. Помимо классических расцветок, черной, серебристой, модель выпускается еще в различных цветовых решениях, например, таких как фиолетовый цвет, зеленый цвет, что действительно, я думаю, найдет интерес у молодой категории потребителей, молодых фотографов или молодых любителей, в основном студентов, конечно же. К основным особенностям модели Ixus 230 HS хотел бы отнести не только возможность вести фотосъемку, но и возможность записывать видео Full HD, причем также работает при видеосъемке наш интеллектуальный оптический стабилизатор изображения и оптический зум. Камера записывает видео высокой четкости со стереозвуком. Есть интересные креативные режимы съемки, например, такой как видеодневник или видеодайджест, позволяющий каждой фотографии записывать 4-секундную предысторию каждого кадра. То есть у вас получается фотография, а отдельным файлом камера записывает 4-секундную предысторию того, что было, что предшествовало вашей фотосъемке каждого кадра. И потом весело или интересно посмотреть, конечно же, всю вашу видеоисторию прожитого дня. Конечно, хотел бы отметить также наличие системы HS, о чем и говорят вот эти две буквы HS. И система HS, напомню, это новая система от компании Canon, которая позволяет вам получать превосходные кадры в любых условиях освещенности, даже когда света недостаточно, и всегда иметь превосходный результат. За счет чего же она работает, спросите вы? Конечно же, благодаря новому типу сенсора, который получил меньшее количество пикселей за счет того, что при сохранении физического размера каждый пиксель стал больше по площади, а следовательно, он эффективнее воспринимает попадающий на себя свет. Ну а вторая часть технологии HS, система HS, это процессор DIGIC, DIGIC 4. И вот вместе процессор DIGIC и новый сенсор дают вам превосходный результат в любых условиях освещенности. Эта модель была признана на дату выхода, на дату анонса, на 23 августа 2011 года самой компактной камерой с 8-кратным оптическим зумом. Итак, модель Ixus 230 HS, пожалуйста, обратите на нее ваше пристальное внимание.